Питер. После такого на ноги уже не встать. Ох, дело дрянь. В далеком 2015 году появилось первое официальное подтверждение того, что компания Sony и компания Marvel заключили между собой договор, и Человек-паук стал частью киновселенной Marvel. Собственно, все тогда радовались, рукоплескали, я тоже был очень рад. Но давайте выясним в итоге, что из этого получилось, плохо, хорошо или, может быть, великолепно. Ну, давайте без лишних слов, погнали! Прежде чем говорить о фильме, еще хочется сказать пару слов о сделке между компанией Sony и компанией Marvel. Все на самом деле очень просто. Sony выделяет деньги, компания Marvel в лице Кевина Файги и его верных соратников полностью руководит проектом, пишет сценарий, занимается кастом, общается с режиссером и так далее. Деньги с проката получает компания Sony, компания Marvel же никакого процента не имеет с этого, но зато они получают все деньги с мерча, то есть это игрушки, это футболки, какие-нибудь заколочки с Человеком-пауком, кружки и так далее. Много лет назад, когда я только услышал о этой замечательной новости, я сразу подумал, что компания Marvel наверняка будет продвигать нового Человека-паука вместе с физиономией Тони Старка, потому что как тогда, так и сейчас лицо Тони Старка — это, по сути, такая визитная карточка, на которой люди просто идут и готовы отдавать свои деньги с удовольствием, потому что знают, что точно получат что-то крутое. Когда я увидел первые трейлеры, я понял, насколько я был неправ, потому что в них паучок просто эксплуатирует и паразитирует, по сути, на киновселенной Marvel и на самом Тони Старке, потому что его было очень много. Поэтому в кинотеатр я шел с определенным опасением. На деле же оказалось, что Кевин Файги со своей командой написали очень хороший, качественный и в то же время простой сценарий, который было приятно смотреть. В нем, собственно, они сделали ставку на две вещи, которые все мы с вами уже очень давно ждали. Первое — это, конечно, увидеть паука в огромной киновселенной, в которой уже есть своя выстроенная мифология, в которой есть инопланетяне, роботы, куча разных супергероев, магия. И теперь есть, конечно же, еще и паучок, что не может не радовать. И на фоне всего этого великолепия мы понимаем, что Питер Паркер — это всего лишь парень, который сейчас учится в школе, который при виде героев просто радуется, прыгает и не может унять дрожь в коленках. И это очень круто наблюдать. Фильм нам часто напоминает, что он часть огромной вселенной. Начиная от грабителей, которые нацепили маски мстителей, и заканчивая видео с Кэпом, которое показывают на уроке физкультуры. И второй момент, на котором делают особый акцент, это то, что Питер Паркер — это школьник, как бы это банально ни звучало. Питер постоянно околачивается в школе, в перерывах от спасения кошек и чужих велосипедов он постоянно сидит на уроках, пишет какие-то экзамены, и действительно это создает очень крутую атмосферу, именно ту, которую мы уже очень давно ждали, потому что если вспомнить предыдущие картины, то там школу показывали, знаете, как будто бы для галочки, то есть там нам показывали пару сценок и все, а здесь же ты действительно ощущаешь, ты действительно веришь, что да, это школьник, который в перерывах пытается спасать мир. Мне очень понравилось, что создатели не стали мямлить и резко вели нас в мир паука. В самом начале нам сразу показывают флешбэк со злодеем, сразу показывают флешбэк с гражданской войной, показывают сразу, что Питер Паркер делает сейчас, как он там спасает кошечек и помогает старушкам найти нужный адрес. Это все воспринимается очень свежо. Нам показывают, что Человек-паук пытается стать дружелюбным соседом для всех жителей Нью-Йорка, и за этим очень классно наблюдать, с учетом, что паучок еще зеленый, и он порой просто своей паутиной может промазать и из-за этого шмякнуться лицом об асфальт. Круто, что в фильме нет никаких соплей. Создатели нам не стали в очередной раз показывать смерть дяди Бена, или же как Питер Паркер переживает там расставание со своей новой девушкой. Да, скорее всего, это все оставили на следующую часть, но здесь, мне кажется, многие этого бы не перенесли. Ну, по крайней мере, я точно, я прям даже не знаю, как я бы на это отреагировал. Хотя нет, знаю. Стоп, стоп, Питер, пожалуйста, только не плачь, только не плачь, только... Отдельно хочется сказать про шутки. Они здесь очень классные, очень органичные, хотя вернее будет сказать даже не шутки, а скорее стёб. Такое впечатление, что сценаристы просто сели и накидали кучу идей, как можно простебать Человека-паука. Собственно, многие из них, видимо, реализовали в самом фильме. Начиная от того момента, как Человек-паук спасает чей-то велосипед от хищения и потом пытается понять, кому же он принадлежит. Но апофеоз, на мой взгляд, это был момент, когда Человек-паук бежит в спальном квартале, где, естественно, нету высоток никаких,
и ему просто негде зацепиться своей паутиной. Очень много именно режиссерского юмора, который раскрывается в действиях, а не в диалогах, как было в том же «Человеке-муравье». Приятной неожиданностью для меня стал «Стервятник». Я думал, что это будет типичный трешовый злодей марвелский, а по факту получился неплохой злодей, у которого есть своя интересная мотивация, визуально он прикольно смотрится. То есть на самом деле «Стервятник» очень классно так переосмыслили. Единственное, конечно, я бы добавил ему все-таки еще немножко времени хронометражного, там, хотя бы, не знаю, хотя бы 3 минутки я бы докинул, чтобы еще показать парочку с ним сцен, чтобы этот персонаж немножко с другой стороны, скажем так, себя показал. Не могу говорить, иначе это будут спойлеры, но я думаю, вы поймете, когда увидите его после сюжетного твиста. Как вы, наверное, уже поняли, фильм мне очень понравился. Да, в нем есть незначительные минусы, такие как окружение Питера Паркера, допустим, почти все его друзья, они скорее для мебели, потому что никто из них не развивается, да взять ту же тетю Мэй. Вы помните хотя бы один фильм, где тетя Мэй была настолько прям для мебели, грубо говоря. Да, очень красивые мебели, но тем не менее для мебели. Второй момент, это даже, наверное, не предъява к фильму, а скорее предъява к продюсерам со стороны Sony, потому что есть у них там такие люди, которые грешат подобной темкой. Я говорю про рекламную кампанию. Рекламная кампания это, блин, это просто ужас. То есть нам вообще все слили в рекламных роликах, нам просто буквально все три акта фильма слили. Ну, то есть это полный бред. Подобный агрессивный подход к рекламе я просто ненавижу. И, конечно, политкорректность в фильмах меня порой просто выбешивает. Вы посмотрите, здесь и афроамериканцы, и китайцы, и индусы. А где же простые белые ребята? Я их не вижу. Приведи белого парня, приведи белого парня, блондина, чтобы я тащился от него. Подводя итог, хочется сказать, что фильм действительно получился отличным. Я напомню, что в дальнейшем нас ждет 3-4 часть «Мстителей», где, собственно, появится Человек-паук, и 2 часть сольного фильма «Человека-паука». Дальше у Тома Холланда контракт не подписан, соответственно, что дальше будет делать компания Marvel и компания Sony, мы посмотрим. Наверное, если, скажем так, их устроит данное взаимодействие, то, наверное, они еще подпишут. Или же компания Sony, в принципе, отойдет и что-то будет свое мутить. Посмотрим. Подробности лично мне очень интересны, потому что сейчас мы действительно увидели качественную, крутую работу, и это случилось именно из-за того, что компания Marvel знала, как именно надо развивать паука. А компания Sony до этого, если вы помните, она пыталась из Человека-паука сделать уже огромную вселенную сразу, а так это не работает. Нельзя просто взять и сделать огромную вселенную. Ее надо создавать поэтапно. И, не знаю, посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, компания Sony не просрет, скажем так, тот шанс, который им подарила компания Marvel на собственную вселенную, по сути. Так что поживем, увидим. Я напомню, что компания Sony сейчас хочет сделать собственную вселенную, которая будет привязана к фильму «Человек-паук» и к, собственно, вселенной Marvel, но который будет, насколько я понимаю, осуществляться именно в одностороннем порядке. То есть, условно говоря, там сольный фильм про Венома, про Женщину-кошку, он будет связан с киновселенной Marvel, а киновселенная Marvel никаких отсылок именно на эти фильмы давать не будет. Ну, собственно, то же самое, что сейчас происходит с там, любым сериалом, с Джессикой Джонс и так далее. Пишите, что вы, в принципе, об этой всей ситуации думаете, понравился или не понравился вам фильм, хотя как может не понравиться «Паучок», по-моему, очень круто у них вышло. Ну все, давайте на этой позитивной нотке прощаемся. Пока. Кстати, я тут интересную интервьюшку видел на просторах сети. Чак общался с режиссером фильма, с Джоном Уотсом. Я так понимаю, что, ребят, уже решено, и я знаю, кто исполнит главную роль в сольном фильме о зловещей шестерке. Кого бы ты хотел сыграть? Хорошим или плохим парнем хочешь быть? Плохим. Кнопотом русским негодяем.